river. Да, это так. Как там, Майна? Вот нам листочки загрузили. Полуторку. Сейчас мы с Вовкой их привяжем. Багажник как раз у меня сварен. Длину листа. Чтобы можно было спокойно возить лист цельный. И вот так вот сейчас мы привяжем и поедем. Вот такими веревками. Всех приветствую на своем канале. Сегодня хотел бы я вам показать, как я экономлю на грузоперевозках существенные деньги при помощи вот этого вот самодельного багажника, который сделал самолично, как сварщик сварил его из кусков металла, из отходов всяких. Целую трубу не покупал. Вот. Единственное, я только позаимствовал для этого багажника кронштейны от старого багажника. Сейчас покажу. Вот эти вот кронштейны я снял с семерочного багажника. Мне отдали бесплатно. Он такой старенький, жибленький был. Я вот их снял, усилил и приварил на эту профильную трубу. Багажник я сделал из трубы 25 на 25. Здесь у меня идет 40 на 20 труба. И вот эти вот трубки, которые как борта идут, сделал из трубы 20 на 20. Стенка у всех полуторка, для того, чтобы он был легкий. И он не особо тяжелый. Вот я его поднимаю. Весит он килограмм 10-12. Сейчас покажу, как он устанавливается. Багажник очень хороший. Если нет газели, то вот такой багажник очень сильно выручает. До этого у меня газель была трехметровым кузовом. Для того, чтобы привезти на ней металл, выходило в два раза дороже, чем вызвать, короче, даже вот газель, который делает доставки. Потому что там масло постоянно текло, надо было заправлять. Минус газели с будкой трехметровой, то что приходится металл резать. Если мне, например, надо много металла, я просто заказываю уже шестиметровые тяги. А когда по мелочи, этот багажник очень сильно выручает. Устанавливать его нетрудно. Буквально я его снимаю и устанавливаю буквально там 2-3 минуты. Главное хорошенечко затянуть вот эти вот кронштейны, чтобы они хорошо держали. И багажничек стоит очень уверенно. Я уже на нем перевозил большое количество всяких труб металлических, листов. Больше 3 метра, 3200 доска. Сейчас я покажу, как она укладывается. В принципе, габариты, размеры, спокойно. И у нее еще до края выдвигать длину еще где-то на 800. Ну, на 700 прям 100%. Ну, сзади здесь практически уже все. Здесь сзади уже некуда. Здесь она по краю идет. Вот, 3200 плюс 800. Ну, 4 метра спокойно можно возить 4-метровые трубы, доски какие-то там длинные, стеллажи какие-то. Спокойно можно везти на этом багажнике. Конечно же, соблюдать весовую и соблюдать правила. Но я не делаю, чтобы она за габарит у меня выходила. Практически всегда делаю вровень. Главное распределить правильно вес и хорошенечко привязать. Ну, багажник сварен мощно, так что проблем с этим еще никогда не возникало. Я покажу сейчас фотографии, там где я вожу поликарбонат, козырьки, небольшие лестницы вожу. We'll be right back.
элементки, которая выше моего роста, она уже в салон не залезет. Можно спокойно положить ее на багажник. Привязать и везти в любое место, даже на дальнее расстояние. Вещь очень удобная. Всем рекомендую такой сварить себе багажничек. Единственное, вот только надо, а у кого есть где-то, может, какие-то старые багажники какие-то там валяются, по-любому у кого-то в гараже есть, снять вот такие вот кронштейны. Сам я их не делал. Сейчас я покажу размеры. Размеры этого багажника я делал специально для того, чтобы возить лист металлический. Размер листа металлического, ширина идет 1250. Вот я делал немного побольше ширину внутреннюю. Мне 1270, чтобы лист не стоял в распорь, чтобы его можно было немного туда-сюда двигать, чтобы он как бы не вставал в пин, в распорт. Габариты багажника получается у меня. Габариты багажника у меня получились 1300 на 1,80 м, 1800. Борчики я эти высотой от края багажника у меня получились 110. Но это за счет вычетом трубы 25-й. И от трубы до края верха борчика у меня получилось 85. Единственное, на нем только неудобно возить это мешки. Мешки, да, для этого надо либо прицеп иметь, либо действительно там багажник куда-то грузить. А наверх вот эти длинные лестницы, там лопаты, трубы профильные, потом доски всякие возил, вообще это вагонку. Но поликарбонат надо привязывать хорошо, когда я поликарбонат возил на нем. Сюда надо обязательно устилать какой-нибудь мягкий поролон, тряпки какие-то укладывать, чтобы поликарбонат не помялся. Делал растяжки и привязывал его. Если кому понравился мой багажник, ставьте лайк. Если не понравился, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Если какие-то вопросы есть, задавайте, я вам подскажу. Если есть у вас какие-то советы, тоже пишите. Обязательно почитаю, возможно, даже воспользуюсь. А на этом пока. Спасибо за просмотр.